Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такой вот ингалятор медицинский Bwell Pro 110. Bwell, может быть, не знаю, наверное, Bwell читается. Так, подходят все лекарства для детей и взрослых и пониженный уровень шума. Вот, давайте его посмотрим со всех сторон. Так вот он должен выглядеть. Умный выбор тут написано. Конечно, я выбирала тоже очень долго. Хотелось мне... Сначала хотела для ребенка только купить, потом подумала, что мы взрослые тоже можем болеть, чтобы был для всей семьи. Тут тоже много написано. Это все я сделаю фотографию, и в конце ролика она будет. Вы все это посмотрите. Вот, вот такой вот он. Здесь много чего написано. Вот, и с этой стороны тоже что-то есть. Ну, давайте его откроем. Я еще его не открывала, не смотрела. Здесь вот. А вот он мой чек. Да, хотя на нем уже ничего не видно. Чек изначально был какой-то полупустой. Да, в итоге я не найду здесь. Короче, покупала его где-то меньше 2000. Это было 1920, по-моему, как-то так. Вот. Сразу вижу здесь мешочек. Это очень удобно. Ага, здесь, видимо, маски. Давайте сейчас посмотрим все, что здесь у нас имеется. Тяжеленький довольно. Да, кстати, заказывала я его в Позитронике. Оставлю на него ссылочку в конце ролика. Так, тут гарантийный талон. Да, вот он. Не знаю, мне стало интересно вообще по такому чеку. Потом, если гарантии его сдать, вообще примут или нет. Он и так уже был полупустой. А сейчас там вот вообще ничего не видно. Не знаю, не буду больше позитроники заказывать. Так, здесь у нас что? У нас руководство по эксплуатации. Что, как делается? Так, английский, английский. А вот нет. Еще что-то. Ну, по-русски должно быть. Да, есть тут русский. А, тут в начале русский идет у нас. Маска для взрослых, детей и младенцев. Даже младенцев. То есть три. В принципе, да, я покупала их три, чтобы их было. Ну, старалась, искала. Потому что, мало ли, одна не подойдет, будет другая. Набор фильтров. 5 штук. А, подождите, набор... Маску для младенцев. А, хотя нет, должна быть одна штука, да. Набор фильтров 5 штук. Сумка для хранения 1 штука. Руководство и гарантийный талон 1 штука. Так, наклейки. А, ну это у кого паровозик вот такой, еще и наклейки, оказывается, есть. Это интересно. Так. А здесь даже инструкция, как он собирается. Угу. Посмотрим. Так, давайте посмотрим тут. Упаковка немножко, тут есть дырочка. Но я сомневаюсь, что я ногтями ее зацепила. Наверное, она была. Так, упаковка. Как она открывается у нас? А, вот. Тяжелый довольно-таки. Здесь вот тоже что-то написано. Ингалятор такой-то, такой-то. Очень тяжелый. Так, ну и давайте посмотрим, что у меня, что здесь. У меня в детстве ингалятора не было, поэтому я не знаю, что как-то.
Так, здесь что? Здесь все. Упакован все мешочек, уже заранее открытый. На заводе решили не закрывать его, наверное. Так, это мы берем, чтобы нам не мешало. Так, здесь есть коробочка. Не коробочка, какая-то штучка. Да, его, походу, надо, придется мне читать, что куда тут собирается. Почти как конструктор. Так, здесь у нас только две маски. Хотя было написано, что три. Ну ладно, в принципе. Не помню, как я заказывала, сколько там должно быть. Сейчас попробуем, как она. Да, она такая помещается, мягенькая, кстати, особо не пахнет. Ну, пахнет такая новизной, новеньким. Вот, ингалятор, конечно, должен быть у каждого человека дома. Хотел сказать, ребенка. Нет, у каждого человека дома обязательно должен быть, потому что у меня, например, был как-то раз, у меня очень сильно заболело горло. Я дома лечилась, мне так и не получилось лечиться дома. Пришлось ходить в поликлинику вот и долечиваться, потому что там был ингалятор, а у нас тогда не было. Так, вот здесь просто я смотрю, вот написано набор фильтров. Здесь и такие, а, ну, видимо, а, ну вот, разные, видимо, просто. А я думаю, что-то мне не хватает. Так, значит, здесь, а, все, поняла. Про 115, она детская здесь, ага. А я искала вместе с детской, ну ладно. Ну, с этой, для младенцев. Ну, ладно. А, это у кого паровозик. Ой, так, и будем с вами ее собирать, наверное. Надо ее собрать еще куда-то, фильтр засунуть. А тут реально сложно. Это сложно. Он там есть. А вот он открывается сюда, заливается водичка. Налила я обычной водички. Так. Ну, теперь нам. Так, два конца здесь одинаковых, походу. Хотя, мне кажется, вот это пошире. Одевается сюда. Другой одевается снизу. Тут, блин, надо было водить сначала. Да, кстати, вот очень удобные вот эти вот тут палочки. Ими прям закручиваешь. Если бы, допустим, их не было, он бы скользил, скользил, было бы вообще неудобно. Так. Закручиваем. А, ну вот, видимо, наверное, фильтры сюда идут. Ну да, что-то там помещается вроде. Так, ну давайте вот с этим попробуем. Попробуем с этим. Оказалось, что он включен. У нас время уже довольно позднее, у меня даже ребенок проснулся. Включен, ну ладно. Ребенок все равно уже проснулся там.
Короче, тут вообще все запотело. Вот запотело. Видимо, это надо еще подождать. Но я особо не увидела, что тут что-то выходит, честно говоря. И я пыталась руками поймать хоть какую-то там капельку, не, даже не капельку, а какой-то пар, который превращается потом в капельку. Но что-то у меня ничего не получилось. Но здесь мокрое. Здесь прям все внутри, он мокрое. Не знаю, может даже для носа. Сейчас попробую ее в нос. Но она шумит, как-то мне не нравится, как она шумит на самом деле. Такое впечатление, как будто... Как будто, знаете, едет поезд очень быстро, с кучей посуды. Вот именно посуды, вот этот вот звенящий звук. Причем она стоит довольно плотно, то есть, не знаю, давайте пробовать. Здесь тут реально было видно. Реально, я вот тут увидела, маленькая-маленькая, прям пар выходит. Тут тоже все запотевшее, все запотело. Водички можно, кстати, и побольше добавлять. Можно добавить, наверное, вот прям вот до сюда. Не пару капель, как было там написано, нарисовано вернее. Вот, и вставила я в нос его, и, знаете, почувствовала запах. Когда вот я ходила на этот вот ингаляцию в поликлинику, я вам говорила, там вот точно такой же запах, правда, конечно, там были очень старые аппараты эти, там 80-х каких-то годов, но тот же запах. В принципе, я думаю, даже можно, у кого проблемы с носом, наверное, можно такие вот процедуры самому дома проделывать. То, что здесь будет для носа эта штучка, я не знала. Для рта вот это вот. Если, наверное, у кого горло болит. Не помню, по-моему, да, я про нее знала. Ну, детская, конечно, интересно очень. Единственное, мне не понравилось, что вот тут шнурки. То есть шнурки, значит, это сапоги. Ну, не сапоги, кроссовки. Так, ну и, наверное, сейчас попробую вот эту. Хотя нет, она, кстати, резиночкой. И побегу сейчас кормить ребенка. Надеваем ее. Правильно, что я делаю. И вообще проблемы с носом. Ну, дышать начинается, становится легче гораздо. А, он тут еще двигается. Да, вот эти дырочки здесь неспроста. Я еще когда смотрела, не понимала, что это за дырочка, зачем она нужна. Ну нет, она нужна, потому что там, кстати, он очень сильно вот тут идет. И даже сначала было непривычно. Знаете, когда по улице идете зимой, особенно сильный ветер дует в лицо, тяжело дышать. Вот здесь тоже. Вот. Но мне в целом понравился. За сколько там говорил, 2000 что ли он стоил, или я уже забыла даже. Ну да, наверное, где-то за 2000, в принципе, это довольно хорошо. Ну, шум, конечно, мне не очень понравился. Вот как-то он работает непонятно как. Здесь вот какие-то штучки. Вот. Провод, кстати, довольно плотный такой. Здесь тоже все плотное.
То есть даже не мнется. Хорошая такая пластмасса. Хватает, наверное, надолго. Тут водички. Это я добавила 2 чайные ложечки. Хотя я не знаю, сколько там, насколько может хватить. Вот. Положим ее пока тут. Здесь тоже это мягенькое очень. Здесь вот она крутится. А, не знаю, может еще где-то там фильтры вот эти вот надо добавлять. Может быть, не так будет сильно. Не знаю, я не буду их нигде класть. Тут детская тоже в дырочку. Не знаю, как ребенок отреагирует в случае чего. Вот, я думаю, они еще вынимаются, наверное. Вот. Для носа, да? Вот есть, меня порадовал. Ну и для рта. Здесь, кстати, есть дырочка. Если вдруг вы там перестанете пытаться себя вдохнуть, чтоб она могла выйти. А то надуетесь, как шарик надувной. Ну, давайте их посмотрим. Штук. Такие они как будто из переработанной ваты. Ничем не пахнут особо. Такие не совсем мягкие, жестковатые. Наверное, можно будет купить, я думаю, также их потом в аптеке. Вот, ссылку на нее я оставлю, где я покупала, в описании. Вот. А на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие обзоры мои. И всем пока-пока.